Большой дельфин. Торопись. Шладки. Покачайся. Творись. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Какая фигура, замри. Замирай! О, кто это? Пингвин! Молодец! Ты не торопись. А что значит, кто этот мальчик мне бывает? И кто там? Кто? Молодец, звезда! Молодец! У нее так все аккуратно, разве не у меня бардак? Это сейчас я вам покажу. Почему не спит? Ну вот такой у нас золотой, не спящий мальчик. Кто это? Скат. Покачаться мне надо? Мне качаться? Ну, давай с тобой покачаемся, давай. Волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура, замри! Кто это? Кто? Забыл? Тяся. Ну рано, можно через годик его на лучше всех. Классная песня, правда? Что тут? Давай дальше петь и танцевать. Вот здесь на экране есть картинка. Я не хочу ничего. Что, зайка? Это вообще кто? Сяся? Кто это? Совенок! Совенок! Ты сделал уроки? А, хоп-хоп. Песок. Песок. Привет, хоп-хоп. Хочешь поиграть? Поиграть хочешь? Даня. Гляди, ты этого нахватался, гопник ты. А, Дань, гопник. Сашуль, давай всем привет передадим. Сань. Саня. Пульт упал. Ой, Саш, давай всем привет. Давай передадим всем привет. Скажи привет всем. Да, сейчас включу. Выключилась? Скажи всем привет. Всем пока. Скажи привет. Привет. Скажи, как ваши дела? Yes. А, скажи, как ваши дела? Пульт? Вон у Дани пульт. Так, что? Мой нос. Можно другой включить, не стыдно это же писать. Еще мой.
Кто? Где я вас игнорирую? Не поняла вашего вопроса. Завтра в джиме. Боже, ну да, он похож. Привет соседям. Сядька. 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 Да включи ему то, что он хочет. Что тебе включить? Да, что ты гоняешь туда сюда? Он же не успевает, это? Дань. Это? Нет. Это? Нет. Это? Нет. Это? Нет. Это? Нет. Это? Не торопись. Это? Саш, смотри. Это? Нет. Это? Нет. Ты не задолбал? Это? Нет. Это? Нет. Нет. Нет, а Саш. Достал, смотри это. Даня. Кто это, Саш? Это Володя, что ли? Другой включи, ну просит же он тебя. Да? Да. Все, начинаем петь. Забегайте. Я каждый день на работе. Верблюда включи ему. Откуда я знаю? Саш, какого верблюда? Коричневого верблюда? Не знаю, включи ему коричневого верблюда. А я не знаю, что за верблюд. Какой, Сашуль, показывай. Кроме этих домов никого не знаю. Это мне даже стыдно их знать. Не торопись. Это? Какой, Сашуль, смотри. Это? Нет? Это? Нет. Это? Нет. Это? Нет. Это? 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 Сашуль, какой? А ты меня достал, это? Не кричи. Это? Да. Ура! Что раньше сказать? Лёха. Будь здоров. Что они делают, Саш? Снег посоль. Это что за дерево? Ёлка? Какого цвета? Зелёного. 20:00 уже нет. Завтра я уйду 20:00. А дети не поют. А Сашенька будет петь? За что они делают? Вот так танцуют ручками. Я вот тут, мне вот положили вот здесь ноги, я бы здесь не снялся. Мне просто стыдно было сниматься. Дань, ты взрослый. Они, вот ребенок смотрит. Они моего возраста. И что? Ну ты там не снимаешься, и слава богу. Я, конечно, понимаю, почему не должна его понимать. Саш, ты куда залазишь? Ты куда залазишь? Просто... Кто подарочки везет? Даня? Нет, вот там песенка, про кого поют? Это пацан или девочка? Вот в этом жёлтом костюме. Кто это? Дина.
Кристина, подарки себе. Ты мой сладкий, иди поцелую. Иди поцелую. Моя любовь. Другой? Тоже не нравится. Кристина, чтоб включила. Кристина не умеет. Сашуль, вот здесь становись, чтобы глазки не болели. Вот здесь стой. Ой, Дань, покажи, куда нажимать. Сашуль, давай здесь, рядышком со мной. Это... Долго уже... Санечка, долго уже перед телевизором стоишь. Иди вот сюда, рядышком. Отсюда будем смотреть. Давай, мой сладкий, иди ко мне. Саша, а когда у тебя день рождения? В сентябре. В сентябре какого числа? 15-го? Да. А кто ты по национальности? Армянин. А сколько тебе будет годиков? Один. Нет, это сейчас тебе один, а будет сколько? Да. Два будет. Тебе подарки подарят? Да. Кто подарит? Юка. Юка. Какой? Подожди, Дань, не спеши. Какой? Юка. Это? Да. Елка. А кто тебе подарит подарки? Сась, кто подарит? Елочка. Елочка. Это кто? Нет, зачем мне гостить на чётко? Сладкий. Не слази, посиди здесь. Ой, а то глазки будут болеть. Вот так. Ой, садись вот так. Давай петь вместе. Иди в детскую, пусть у тебя ничего не болит. Я критикую, Что это? Как так можно дешево нарисовать? Ну как же не пульт? Кто это, Саш? Снеговик. Снеговик? А что он делает? Что он делает? Танцует. Может быть, он мой? Похлопай, молодец, вот так. Молодец, похлопай. Ёлка. Ещё. Заново? Заново будем смотреть? Да. А? Да. Дань, сделай нам дабл-трабл. Еще раз то же самое включи. Новогоднюю елочку будем? Я лучше буду слушать 10 часов Яката вместо этого. Иди послушай. Канал для всей семьи. Йока. Ничего себе, какой у тебя снег. Саша, спать не хочешь? Саша, красивый,
Спать не хочешь? Саш, спать пойдем? Нет. А я домой пойду? А? Тоже нет? Я с тобой спать лягу? Нет? А где я лягу спать? Сашу, где я спать лягу? Ну, пой. Положи головку, так тебе удобно будет смотреть про елочку. Нет. Не, удобно будет, ложись. Нет, хорошо, все, не трогаю. Занимается няня. Дань, а? Ты хочешь, чтобы внизу соседи все с ума сошли от твоих прыганий? А? Я извиняюсь, а я Джема? Вы у меня такие вопросы спрашиваете. Джема посчитает, конечно, вам ответит. Знаете, когда появится свою одежду? Смотрите. Вот так надо пять свою одежду. Любовь Пин обязательно в своей одежде. Тебе мою футболку подарить? Нет. А? Нет. А что, ты не будешь носить? Другое. Другое? Другое, пожалуйста. У меня футболки унисекс. Какое, Сашенька? Говори, этот? Нет. Нет? Нет. Мороз, мороз. Что такое мороз? Опять, боже. Мороз. Это? Этот? Нет. Он тебя другой смотреть не будет. Нет. Это, Саш? Это? Саш, нет. Он говорит, мороз. Говорит, да, потом идти. Какой, Сашуль? Сейчас, по-пласски, я хочу музыку уже послушать. Скажу быстрее. Это? Какой? Ивюдя. Что? Да я не знаю никакого верблюда, что ты за мной приставил? Где верблюд, Саш, в каком мультике? Верблюд. Я что ко мне приставил? Верблюд, а где верблюд там? Поищать верблюд. Покажи пальчиком. Этот? Нет. Нет. Этот? Нет. Это? Нет. Это? Нет. Там ну, сейчас Богу. У меня это? Травма с ушком. Нет. Это? Нет. Нет? Это. Нет. Это. Нет. А какой? Это. Нет. Это. Нет. Это. Нет. Это. Нет. Это. Нет. Листок. Это. Нет. Блин, ну как болит листок? Хватит так громко кричать и разговаривать. Ты просто листаешь своему брату мультики, Дань. Где уважение? Давай я полистаю, если тебе трудно. Покажи мне, где нажимать. Просто куда? Сюда. Какой, Сашуль? Этот? Нет. Нет. Этот? Нет. Этот? Нет. Этот? Нет. А кого? Этот? Нет. Этот? Нет. Этот? Нет. Тоже нет? Этот? Нет. Этот? Прикольно, да, листать? Нет. Ничего сложного нет. Этот? Да. Песочницу? Да. Там верблюд есть? Да. Там я не кожу. Привет, Эльнарочка. Привет, моя хорошая. Привет, скажи. Привет.
подождите, ребят, я волосы поправлю. Ты мальчик, нельзя такие волосы мальчику длинные носить. Я сейчас покажу, где есть волосы у Е2К. У кого? У Е2К. Это кто? Певец. Кто такой певец? Е2К? Е2К. Е2К? Какой кошмар. Ты считаешь это красиво? Эльнарочка, родная, у тебя день рождения, я даже не знала. Как я так? Настолько с утра до ночи, блин, в работе. Поздравляю, моя хорошая. Тогда все остальное в личку. Как так? Если какого-то... Хватит ерничать. Я забыла, как пишется, я это вскинула. Саш, пойдем спать? Мне больше не жить. Нет? Почему? Ну, я тогда пошла домой. Можно я пойду спать? Тоже нет. Тоже нет? Да. А можно я с тобой спать лягу? Можно? Тоже нет. Тоже нет? А где мне спать? На полу? Нет. А где? С тобой в кроватке? Нет. А где ты мне... Где ты разрешишь мне спать? Ну скажи, что где? Упала? Пальчики. Где мои пальчики? Где мои пальчики? Вот эти маленькие пальчики я съем. Можно? Можно пальчики съесть? Саша. Я буду строго, да. Тоже нет. Тоже нет? Саш, ты Кристину любишь? Да. Я тебя люблю, мой любимый, я тебя люблю сильно. Будки. Малому 15. Саш, когда у тебя день рождения? Скажи всем. Тебе. В сентябре какого числа? 15. Скажи, когда? 15. А сколько тебе будет? Один. Один это сейчас. А будет? Да. Два. 15 сентября. Нам будет два, скажи. Покажи два. У меня сердце сдавается на части. Магу и хурму кикают две цепи. Моего любимого. Наверное, ты все уроки сделала? Да, да. Точно? Точно. Пульт. Пульт? Давай. Магу кикают с хурмой. За что мне так? На, выйди мне и включи, как клацать. Я научился, я учился магии. Я другой включаю, давай. Говори мне. Любой зуб есть. Какой? Любой зуб есть. Я же не знаю, как они называются. Говори мне, этот? Нет. И этот? Нет. И этот? Нет. И этот? Нет. И этот? Нет. Даня? Магу тикают. Этот? Я не могу без этого жить. Этот? Нет. Этот? Нет. А этот? Нет. Тоже нет. Этот? Нет. Этот? Нет. Какой? Вот этот? Нет. Вот этот? Нет. Где мама? Мама на отдыхе. Этот? Нет. Этот? Нет. Знаешь, мне стало плохо, как ей, когда она узнала, что ему только 17, а ей 27. Попугай. Попугай где? Попугай. Вот этот? Вот этот? Кошь. Какая? Кошь. Вот это? Кошь. Нет. Вот эту? Нет. Вот этот? Нет. Нет? Вот этот? Нет. А какой? Вот этот? Нет. Куку-бокс. Этот? Нет. Нет? Кость. Кися. Сейд Магометов. Вот этот? Да. Да? Хорошо. Сейд Магометов просто лучший. Сейчас у тебя глазки закрываются, надо спать. Нет. Почему нет? Тоже нет. Тоже нет.
апельсиновому брат. Я есть месяц, может, я могу весь день не спать. Ну, я потом в 9 утра отрубаюсь. А учиться кто будет? А? Очень, да, смешно? Конечно. А учиться кто за тебя будет? Ну, ты считаешь нормально это? Он маленький. С него спроса нету. Ты уже здоровый лоб. Так же тоже нельзя. Ну, мало ли, что не хочется. Мне тоже много. Мне не хочется на работу. Мне же никто не приносит, ничего не дает. Не будешь ходить в школу, тебе никто ничего не сделает. Будешь ходить учиться, выучишься, хорошую работу найдешь, будешь зарабатывать, и тебе будут приносить и делать. Что приносить? Деньги приносить. Другой опять? Ну ты же кись хотел. Есть такой закон вообще подлости. Отличник может вообще типа учиться. Это не закон подлости называется, Данечка. Это закон жизни. Только таких законов уже нет. Это прошло в прошлом веке. Хорошо отучишься, хорошо поступишь. Хорошо поступишь, найдешь хорошую работу. Хорошую работу найдешь, будешь зарабатывать много денег. Выйди. Сейчас все такие типа отличники. Мама. Пойдем маму искать. Пойдем, скажем, мама. Пойдем, а то у нас залежалась уже мама. Иди, залазь. Ну, зови. Где мама у нас? Вот. А? Вот. Где мама? Покажи. Вот где, покажи маму. Да нет, вот это кто? Вот на картинке кто красивый такой? Мама. Мама красивая? Да. Очень красивая? Да. Да? Скажи, самая красивая? Самая. Самая, молодец. Идите к нам. Да. Кто здесь? Бабуля. Бабуля? А рядом с бабулей кто? Мама. Мама? Что они делают? В телефонах они. В телефоне. Читаю. Читаю в телефонах. Знал бы ты, что они не читают, Сашенька. Читают они. Да. Да? Саш, а ты кто по нации? Армин. А какой ты армянин? Шо. Ты какой армянин, Саш? Я пущу сейчас, мама спрашивает. Ты какой армянин? Сосуль, ты какой армянин, мама спрашивает. Опа! Забыл, ты какой армянин? Кабахский! Как он это сладко говорит! Сяся! Саш, ты карабахский армянин? Саша, кто там? Акула. Он себя ищет, вы представляете? На него, как он пальчиком. Мой сладкий. Сашенька, можно я с тобой спать лягу? Баньки будешь делать, Саш? Сашуль. Саш, давай спать. Попаю купать. Едет покупать. Ну подожди. Саш, надо спать. Нет, я сейчас тебе покажу. Папа твой, да, тут папа есть. Саш, давай. Ой. Это кто, Сясь? Мама, мне кажется, мама больше радовалась, чем сынок сегодня, да? Я же ненавижу типа. Не любишь? Саш, ты мне на сиську раздавил. Подожди, сынок, на сиську. Ой-ой-ой, Саш, подожди. Сейчас мы найдем. Что ты хочешь, сынок? Сашуль, ты меня проводишь? Читать он хочет. Сасуль, ты меня проводишь? Листает, посмотри, выбирает. Саш, что ты выбираешь? Зоопарки. Кого? Зоопарки. В зоопарке. Это что, Саш? Обувь. Обувь не нужна. Обувь. Подожди, обувь сумки, Саш. Что за движ тут? Тебя не позвали. Данечка, почему ты не спишь до сих пор? Ой, да, подожди, Сашка. С вами прекрасно, но мне-то домой идти надо. Мы сейчас тоже будем спать. Ты куда пошел? Ты все пошел?
Да? А спать кто будет? Ой. Пойдем, Сашенька, меня проводишь? Пойдем, Сашуль, меня проводишь, я домой пойду. Привет. Все, ребятки. Всем пока. Мамуля. Всем пока. Привет, Натусь. Привет и пока.